Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Нептун. Нептун – римский бог воды, позже отождествляемый с греческим морским богом Посейдоном. Отождествляя Нептуна с Посейдоном, римляне приписывали ему те же атрибуты – трезубец и колесницу в форме раковины, запряженную морскими конями. 23 июля устраивались Нептуналии, то есть праздник Нептуна, когда повсеместно строились хижины из листьев с целью предотвращения засухи. В античность Нептуна часто изображали на мозаиках и барельефах. В средние века Нептун был популярным карнавальным персонажем. В эпоху Возрождения фигуры Нептуна обычно украшали фонтаны, самые известные из которых фонтан в Болоне работы Джованни во Флоренции Аманати и фонтан работы Бернини в Риме. Скульптура последнего Нептун и Тритон – одно из украшений коллекции музея Виктории и Альберта в Лондоне. Ну, так вкратце из справочника о Нептуне, римском боге воды, позже отождествляемый с греческим морским богом Посейдоном. Пока-пока, до свидания.